техника сейчас будет вести нас на заброшенную фабрику. Это все, что я знаю, млям буду. Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Че, оставляем живых или нет? Дружище, иди сюда. Помоги отбить напарника у бандитов. Давай за мной. Я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращаю. Ладно, выживет, повезло, считай ему. Всем большой привет, дорогие друзья, меня зовут Голдман, а это модификация под названием Shadow of Chernobyl Update. Продолжаем в нее также играть, не забрасываем, и в общем-то мы находимся в темной долине. Нужно нам сейчас помочь пуле освободить напарника от бандитов. Я не знаю, но тот бандит скорее всего умрет, потому что, ну, придет спецназ какой-нибудь, не знаю, собаки, и поминай, как звали этого чудика. Ну ладно, какие-то призрачные шансы на выживание у него все же есть, так что пофиг. Так, я тут уже пару тайников, кстати, понаходил в этом, ну, в трупах, да, то есть вот у меня прям вся локация практически забита этими тайниками. И еще в конце предыдущей серии, даже не то, что в конце, а в принципе в предыдущей серии я забыл взять флешку с тайника стрелка. Спасибо большое человеку, который это в комментарии написал, да, то есть что ты там забыл это сделать. И, собственно, без записи я сбегал заново на агропром, заново в лабораторию, в принципе, и забрал флешечку. Теперь это она при мне, квест у меня обновился, теперь у меня здание выглядит вот так вот. Это узнать о судьбе призрака, как и должно быть, ну, маленько зафакапился, маленько заговорился, подзабыл. Так, уничтожить бандитов и спасти долговца. Я не знаю, но нам дадут ПСО, скорее всего, по дефолту, поэтому давайте по-быстрому это сейчас сделаем. Разочет с ФПСом в темной долине не важно, если честно. Поэтому надо как-то что-то делать с этим, как будто бы. Так, у вас тут дробь была, кстати. Дробь я заберу. Так, выбросить дробовички ваши. Твой дробовик. Может быть, в нем что-то будет. Пару дробиночек. Нет. Ну да, вы же толком и перезарядиться не успели. Пуля, спасибо! Я с жизнью попрощался. Это вот сталкера благодари, он мне помог. Вы неужели спасибо, адекватно Ходи, стоите? Что обычно у меня один там где-то там стоит, другой там стоит, они вот так вот общаются. Ладно, ПСО, попробую помочь долговцу твоему, конечно. Не очень хочется, но ладно, раз уж обещал, то поможем. Так, лайка, подсоединяем прицел. Надеюсь, что никаких проблем сейчас не будет. О, вы ты чё? Полакомиться пришла, что ли? Свежим трубчиком. Так, а давай-ка проверим тозик, как он вообще... Справляется, справляется. Кстати, ничего, какие наглые, капец. Так, давай срезаем с вас тогда тушки, точнее часть тел мутантов. А то вы, я потрудился, вы главное на все готовенько приходите. Не-не-не, так дела не пойдут. Так, хорошо, ладно, я думаю, что прицел мне этот хз. Как-то тут снайперской дистанции-то особо нет. Поэтому, может быть, ой, здравствуйте, господа. Может быть, и не стоит его так использовать. Ну, ладно. Дал, можешь пригодиться нам снайперский этот прицел. Так, обыскивать, наверное, вас не очень надо, хотя, опять же, деньги нужны. Правда, я вот не знаю, сколько с вас вообще... На сколько рублей с вас можно все срезать? Ой, а это ты за что мне? Почему так здоровье пополняется? Вообще, почему оно пополняется у меня? Нет, все-таки снайперские дистанции тут есть, поэтому давайте постреляем. А что у меня с ХП, почему оно у меня пополняется? Ты за комбеза, что ли? Вы понимаете, откуда... А, он с вышки, наверное, херачит. Браток, ты что творишь? Ну, кстати, заря помогла. Ну, почему у меня ХП пополнялось резко? Это, наверное, там бинт, потому что какой-нибудь... Не, ничего вроде не использовал. Не знаю, странно. Ну, фиг с ним. Так, парочку давай сразу завалим, чтобы в будущем попроще было. Так, вон там еще, наверное, хер стоит какой-нибудь. Да, действительно. И вроде убил его даже. Так, сейф. Правда, тут аномалия, я даже не знаю, как ее обойти. Как будто бы не здесь, да? Здесь, значит... Это какой-то тест на дурачка, видимо. Берем аптечки, бинты. Пригодятся, блин, аптечек у нас к тому же не так и много. Так, хорошо, давайте. Че, будем спасать того Челикса? А давай сухпаями все заедим немного. ХПшку нашу. Галспушка за 800 рублей, кстати, напоминаю. Кому надо, парни? Не, ну это, конечно, рофл года был. 2007-го, точнее, года даже. Уже отспавнился. Вы, кстати, довольно-таки шустрые кровососы, поэтому я даже не знаю, как с вами так тягаться на равных. Мы прям очень быстрые, ребятки. Не понял. Птичка, давай сюда. Спасибо. Держи ее тебе. Капец, тебе тут доползти чуть-чуть надо было. Нет, кстати, я его не убил. Или нет, погоди, что это за... Тушканы пришли. Странно. Ну ладно, главное, что кровососы мы, надеюсь, убили. А, вот он. Ты, а как ты так провалился? Как сквозь землю реально провалился. Ну чё, бандосики? Кто-нибудь рыбнется на меня? Нет вообще? Ну, тогда меняем прицел.
на наш старенький. Правда, надо вот так вот переставлять вечно. Почему нельзя просто перетащить прицел на оружие, чтобы он поставился так? Ты там что, бессмертный? Может, я один пойду? Не убивайте меня, пожалуйста, чел. А нафига что-то полез-то тогда? Все, убили вроде. Может, гранату какую-нибудь кинуть? Они все-таки убивают достаточно серьезно. Собрать ключ у Бурову. Подожди. Да блин, я вас даже не вижу, а миникарты на миникарте вообще меток дофига. Где вы вообще все тогда? Спрятались, гады. Они где? Кто-то в комментах писал, какой смысл делать неписи, которые ваншотят. Я тоже, честно говоря, не представляю, но как видишь, тут уже не ваншотят, конечно. Двух шотов убивают. Терно. Как-то это больно странно и нелогично. Где ты? Да, сейчас ты вообще решил не агнуться ни на кого. Как это работает? Вообще непонятно. Так, давай поменяем еще раз тогда прицел. Ладно, все-таки нет, прицел пригодился. Конечно, с ним потяжелее было бы. Ну не то, что нереально, просто потяжелее. Особенно кентов на вышках убивать всяких. Так, там никого, надеюсь, нет. А че с фэпосом? Почему такой фэс маленький стал резко? Вон там он. Хер мог нам мешаться сейчас. Так, вон там. Да-да-да. Убирайся. И я не понимаю, откуда все равно стреляют. Они продолжают откуда-то стрелять, и как будто даже плюс-минус в мою сторону, но откуда, хз. Так, здорово. О, молодец. Трон решил мне пополнить. Так, а тут где-то ник. В этом грузовике, в кузове, что ли, прям? Не в кузове, а вот как это называется по-грамотному, по-умному. А, вот здесь. Чё? Тут вон твой дружбан в аномалию влетел, если что. Я даже в этом не виноват. Так, у тебя что? Понятно, пусто. Теку заюзаем. Так, кстати, можно как-то пройти сквозь этот туннель. Но я, пожалуй, по старинке пойду, чтобы, так сказать, даже больше не то, что никого не пропустить. Безопаснее, попроще будет. Пошел вон. Тайники мне нужны. Хотя тайники у вас, честно признаться, не самые жирные вообще. Ой, радиация здесь еще. Ой, что тут как-то все не то, что мыльно. Вот это вот что за эффект такой интересный был. Видели, да, только что? Так, ага. Как выбраться? Антирад-то у меня хоть есть? Есть один. Давай, используй. Вот это вот какой-то галлюциногенный метод, видимо, бандитский, который мне не познать. При этом радиация продолжает меня кондехать, что ли? Не, давай без двух антирадов только, пожалуйста. Водку брать я не хочу, она много весит. А Долгоса надо спасти, который где? Который в здании, да, находится вроде? Если так, то окей. А просто этого Долгоса, скорее всего, уже... Он вообще там? А, так он, походу, убежал. Красавчик. Так, ладно, давай еще одну аптеку. Которая, надеюсь, нам еще и радиацию выведет. Не знаю, стоил ли этот тайник того или нет, потому что нашли какой-то пекель. На него все равно слота никакого нет, поэтому зачем мне он нужен, не знаю. Но как минимум на продажу пойдет уж точно. Да какие нафиг стволы? Тебе лишь бы ствол достать. Дал прикурить челик, он сиги в зубах помер. Ух ты, у тебя какой-то бакан крутой, что ли. Блин, можешь с ним побегать, а как он... А, в натуре он прям получше будет. Точность... А, нет, погоди. Стоп, ну наш получше будет, да, наш будет получше, то я чуть наш не выкинул, а бакан не взял. Блин, писал бы еще, что за тайники тут валяются. Ну вот как ты тут оказался, чел, что? Попыточка номер раз, грин, наверное, кидать не станем. Да блин, да что ж такое-то? Как-то мне этот прицел, может, по другой прицел поставить? Ну либо тут надо, короче, придется, видимо, грену кидать. Только надо как-то так ее закинуть, чтобы... Не так, конечно. Это так чисто, знаешь, их распугать хотя бы, чтобы они отошли отсюда. Где-то они вот на ближней дистанции, это на самом деле как будто лучше дробовик взять. Ну да, дробовик-то спасик жесткий, достаточно. Дай мне дробь. Да каких петухов, ты чё? На, лежал, не хворал. Ладно, не все тайники будем обыскивать. Только те, до которых можно легко добраться. Хотя тут, может, и зря я так думаю. Ибо сейчас пропустим какой-нибудь хороший тайник и все. Нафиг. Не, ну дробовик это тема, конечно. На него еще и патроны. Нафиг иди. С хьюмпом своим. О, антирад. Это мне надо. Да как ты сзади-то пришел? Че, прикалываешься? Я так сохранился еще неудачно. Надеюсь, сейчас он это сразу меня убивать не станет. Пацаны. Пацаны, что хотел? Пацанов-то уже своих не будет скоро. Тайник в пеньке. Капец, вы хитрые, я просто вас читаю уже. Я эту игру уже в тысячный раз прохожу, мужики. Вы меня таким не возьмете. Ну тут уже, наверное, лучше дистанция все-таки подольше будет. Подальше. Тихо. Того я как-то долго убивал. Как прицел работает, я не понимаю. Все равно. Блин, он за стеной что-то херачит. Зачем?
не убил. Ты надоел, сейчас тебя... Тебя туда выкурит и так. Сидит, стреляет эту доску. Салам, Боров. Как дела твои, рассказывай. И все. Так, ну тогда я забираю у тебя. Эй! Дверь заперта, так нечестно. С ППШ. Братишка сидел. Блин, прошел один мечный, просто всю бандитскую базу вырезал. Ну... Как бы, кто сомневался, а минусы будут какие-то этого или нет? Ну ладно, это на самом деле очень странно и нелогично, если так подумать. То, что база укомплектована достаточно хорошо и сильно, наверняка разработчики хотели, чтобы ты проходил эту игру все-таки в режиме стелс какого-то, а не вот так просто бегаешь, разносишь всех. Так, что у нас тут? Ну, калаши здорово, конечно, это все. Аптеки заберем, тирады заберем обязательно. Что-то... А, ну это комбез наемника, кстати, нам это нужно, к сожалению. Патроны давай сюда, ладно, черт с ним, пригодятся. Под ствол. Надо будет, но скоро, точнее, думаю, я уже найду его. Мне еще кто-то в комментах писал, что типа тут на Стас можно какой-то прицел поставить, но, по-моему, нет. Обманули чуть-чуть дедушку старого. 102 дроби у меня, кстати. Давай, отдыхай. А ты че, откуда стреляешь такой наглый? Зачем, главное? Да, бросай такое дело. У тебя что, тоже дробь? Нормально, ящик с добром. По идее, никого быть не должно. Здорово, братан. Открываю. Все выполнено, но при этом ты мне ничего за это не дашь, правильно понимаю? Или тебе надо выйти отсюда? Короче, ладно, хрен с тобой, выбирайся сам как хочешь. Да, пожалуйста, все, выберись уже сам самостоятельно хотя бы. Так, ну, кстати, метки тут еще какие-то есть, очевидно, поэтому надо быть также аккуратным. Еще не вся база вырезана, наверное. Не знаю, ну а где? Здорово. Братишка, тут твоих сородичей уже, не знаю, тоннами я переубивал. А ты тут это... выпендриваешься. Как ты туда залез? Расскажи мне. Это очень сложно, невозможно практически. Так, что там у тебя было? Это что, ОЕК что ли? Ё-моё, я ОЕК нашел. Михаил Босяк. Или не ОЕК это, или что-то такое. А, так он в мясо убит. Ну, ладно. Чисто как визуал, что такая пушка есть. Может, кому-то повезет побольше и дропнется что-то в более лучшем состоянии, не как мне. Пригодится, кроме, пожалуй, вот этих патронов. И, наверное, да, пока все, пока так. Перегруз у нас 5 килограмм. Еще есть таких буферных, знаешь, которые можно использовать. Так что нормально. Не, ну травушка-муравушка тут, конечно, красивая, спору нет. Так, сейв давайте сделаем на всякий случай, а то вдруг... Чё-то не так пойдет. Чё там за чел ходит? Долговец, что ли, этот? Пуля, братан, ты что тут делаешь? Ты выйти не можешь? Пространство аномалия тебя затянуло или чё? Не, ну если так, то бывает. Сочувствую, сочувствую, что могу сказать. Ой, тут прям дофига тайников. Но, правда, не все они мне, конечно, нужны. Тут, по-моему, половина это вообще фиговые тайники. В плане того, что в них ничего прям полезного нет. Так, фонарь давайте включим. Тут никого нет. Тут чел должен быть. Нет, даже тут никого не будет, серьезно. А куда это вы все решили побегать от меня? Да, выйди, 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 выходи. Они пытаются за кости на меня пострелить. Они, конечно, может даже это и получится. Не понял. Притаился. Гад. Прости, друг. Счет я тебя не заметил с самого начала. Надеюсь, ты не сильно на меня обижаешься. Берем его тепленького. Надо зажимать, короче. Да ну да, да я же уже за стенкой был. Ну что за чушь? Так, тихо, давайте я буду с вами как-то поаккуратнее играть. Прицел как-то непонятно куда его уводят иногда. Минус. Все, надеюсь. Ну не все, хотя бы на этом этаже все. Блин, веса, конечно, подбираю, тоже с ума сойдешь. Надо уже маленько, ну в всяком случае, дробь хотя бы перестать брать. То дроби я уже порядком так нарыл. Ну, артефакт заберем, чтобы на них не отображался, заберем все, потом выложим все. Так, отсюда как-то выбраться же можно. Конечно, было бы странно, если бы нельзя. Понятно. Армейская упала, ничего себе. Не, ну тайники падают, это главное. Разбайте лошочка. У тебя ничего не было. Ну, может, это и было для меня полезно, но я брать ничего не буду. Ибо вес у меня и так уже наказывает потихонечку. Ну, не наказывает, у меня его мало становится. У вас еще нифига не падают никакие артефакты, кстати. Вы заметили, вообще ничего не падает. А с трупов, не знаю, так перелопатили экономику в худшую сторону. Ну, для меня в худшую, конечно же. Просто артефакты где теперь нам... Ты что тут, дурак что ли? Вот что с вами не так, объясните. Ну, я думаю, да, надо уже переставать брать все подряд. Не, ну это серьезно, конечно, но не все мне надо. Так, погоди, воги давайте оставим. Надо что-то выкинуть на самом деле. Что можно? Водку давай одну сложим. Патроны, эти патроны могут дофига стоить, гидрошок бронебойные.
косаря 3, может быть, в лучшем случае, поэтому давайте не будем торопить события и брать, точнее, выкидывать их. И еще вот здесь есть один тайник, но там, по-моему, чисто жрачка лежит, но вдруг нет, память меня может и подводить. Ой, ой, это я зря так сделал. А человек, ой, нифига я как убил-то, надо будет комбез монолита тогда брать. Я бы так собирался его брать, скорее всего. Ну и вот нафига, давай армейскую. Что-то я как-то совсем невнимательно сыграл, если честно. А, жгучий пух долбанный, ты что делаешь? Да я еще раз в него... А погоди, а где он тут вообще? Я еще раз в него вляпался, че? Боже. Давай бинты второго, что могу сказать. Ну не хочу просто... Да ну что за бред-то, но... Давай, кровотечение, прекращайся. Сколько бинтов надо использовать? Я не хочу армейские использовать, погоди. Вообще не хочется подать. Негодяйка. Давай еще 5 бинтов используем, если не бессмысленно будет, то... Чел. Ну, походу, придется бинтики с них брать еще. Вроде... Ну, вроде попроще стало чуть-чуть, просто кровотечение. Давай последний, да? Да, все. Ну все, будем так стараться больше не встревать. Пошли в X18. О, бинтик один мы это вернули себе, так сказать. Интересно, что приготовила мне эта лаборатория? Какие тут снорки? О, тут мне самое тревожущее, так сказать. Мутант-снорк. И все. Ну, звуки поменяли, страшнее звуки стали. Я ненавижу эти звуки снорков. Они прям, бля, прям противные на самом деле. Армор у меня убитый, кстати, вон заметно. Отсюда вижу. Ну что, сейчас комбез монолита возьмем. Очевидно, лучше будет. Напомню, что тут в ДТРе жопа полная происходит. А гранатометик мне можно? Или тут... Подожди, дай бог, вот тут разраб все убрал. Надо внимательнее обыскивать, что ли. Вот тут, по-моему, все это валяется дело, нет? Заскамили меня, походу. Не будет тут ничего полезного. Убрали комбез монолита, серьезно? Ну, вок оставили. Как? Зачем? А, нет, у меня, ко мне. А этот где? Гранатомет. Надеюсь, нас неписи не будут воспринимать как за врага. Либо у гранатомета уже куда-то успели мне тут это выкинуть. Особо это не важно. Кстати, помню, когда тоже мелкий был, когда первый раз проходил ТЧ, я вообще не мог эту локацию пройти. Потому что, ну, я вот этого ученого найти не мог. Не знаю, как я так. Я потом даже помню, узнал эти коды все вот от кореша и вожих, у меня не работает. Думаю, да блин, что за фигня. А потом как-то путем методов проб ошибок, ну реально там неделю сидел в этой лаборатории, помню, и вообще ничего не мог сделать. Забавно было. Достаточно. Вот так вот. Вот так вот. А чё, а артефакты бабло есть? Просто только никакого нет, артефактов тоже нет, я заметил на локациях. Ну ладно. Не сильно это, конечно... Здорово. А вот это сюрприз. Прямо скажем, сюрприз такой интересный вместо бюро. А, так тут все покемоны собрались, что ли. Ну ты мне теперь, думаю, вообще не страшен будешь после такого. Так, перезаряжаемся, ладно. Никуда не спешим. Нафиг иди. Ты чё удумал? А ты такой же слабый, надеюсь. Заметка по аномалиях выброс. Не, ну пока там этот выброс идет, если он идет, то... Я уж тут успею лабу пройти. А где бюрер же такой, он делся? Все эти гиганты, это, конечно, интересно. А бюрер где? Да хер его знает. Я не вижу. Так, а, калаш новый подобрали. Ну нет, это, конечно, круто, здорово, но мне не надо. Спасибо. О, РПГ. Парни. А вот бюрер, кстати, ну-ка. Ой. Да ё-моё, я любитель сегодня, видимо, свой костюм покоцать, да? Ладно. Давай, обыскивай его. Как будто бы вот эти вот все части тела, которые сейчас находим, можно их спокойно сахар вытянуть, отдавать. Капец, это что, меня так оглушило, что ли? Что это произошло? Это выброс так идет. Так, опа, Энфилд. Не, Энфилд я не хочу брать. Да что происходит? Нельзя, что ли, этот зумить еще? Короче, ладно, мне тогда это не надо. Ну, здесь, по-моему, ничего прям шибко полезного нету. Ну, гранатку можно взять, конечно, одну на всякий случай. У меня просто веса много, я не знаю, куда мне все это девать. И никак от веса избавиться не могу. На, попей кока-колы. Тяп, чуть-чуть. Полтергейстов, кстати, тоже нет почему-то. Куда делись? Или сейчас будут? Ну-ка, огненный-то должен быть по-любому. 9, 5, 2, 4. Да, я только сейчас заметил, что полтергейстов вообще никаких нет. Так, что за фриз? Вылет, фриз, вылет. Ну, на удивление, это был вылет. Давай, дура, выйди. Ай, 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 больно. Это у нас типа эффект респиратора, что ли, там вот эта вот отдышка. А, кстати, я не знаю, мультики смотреть, не смотреть вообще. Блин, ну если это фри... Да, это фриз, капец, что-то фризит, так все, ладно, давайте не будем смотреть мультики. Тысячу раз их смотрели. Если хотите, можно попробовать. В следующий раз эти мультфильмы смотреть, но... Не знаю, что-то не хочу. Просто все их уже тысячу раз видели, увеличивать
хронометраж из-за этого вообще не хочется, если честно. Так, ну давай, ладно, выбираем научки, подбираем. Может, бинты не надо подбирать, конечно. Тут что, патрон 9 на 18. Пока давай все подбирать. Уже сейчас будем думать, что нам выкинуть. А выкинуть нужно, очевидно, хотя бы что-то. Ну, патроны. А что? Red Bull можно попить. Хотя, а, погоди, так у нас 58 килограмм, нормально все. Думаю, что у нас 50 килограмм, это максимум. По привычке, так сказать. Оказывается, нет, оказывается 58. Вот бы у нас еще магазин был бы покруче. Какой-нибудь ствол найти бы. Но он ваншотит в голову всех вообще. Не знаю, вы как будто можно с ним всю игру хоть пройти. Я уже думаю, что монолитовцев он тоже будет убивать с первых пуль. Тирадик, давай сюда. Патроны, думаю, нет смысла брать, зачем? Пай, давай, маленько полечимся. А, у нас фул хп, ну ладно, на будущее тогда оставим себе. Так, ну что, крендель? Салам. Нет, все-таки полтергейсты есть, правда, что-то какие-то не странные, я их не вижу. Пошли в Икс... Ой, в Темную долину обратно. База, я 034, мы над точкой. Понял, начинайте работать. Показываю, как скипать подобные 032. Моменты. 032, набрасывай своих на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше, так на крыше. Пока они там раздуплятся, пока они там соберутся с мыслями, я уже... Базу бандитов. Убегаю. Ну а чё нет? Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи. Ладно, буду осторожен, братишка, не переживай. Я думаю, я уже осторожно прошел и ни с кем не стрелялся особо. Все время опять к закату идет. Красиво, кстати, правда. ФПС это сказывается сильно. Какая тревога. Можно, конечно, пробовать наказать челиков, которые с этой, с галской на 800 рублей обдуривают всех. Но, ну не знаю, что-то я, честно говоря, хочу уже ближе к это, вот такие локации, как темная, ой, дикая территория посетить, радар, там, я не знаю, армейские склады, как-то мне не больше нравится по антуражу, поэтому я сейчас все скипаю, так быстро пробегаю. Что за фризы, не понимаю, вот часто что-то фризишь, конечно, конец локации уже. Совсем дебил. Так, все, давай, сохраняйся. Ну и, в общем-то, переходим на кордон, а оттуда будем двигаться, наверное, в сторону бара. Как-то ник пропустили. Ну, ладно, черт с ним.